И еще одна праздничная акция от правоохранителей в преддверии Международного женского дня. В рамках всероссийского проекта МВД «8 марта в каждый дом» сотрудники управления по вопросам миграции приехали в гости к воспитанникам школы-интерната номер 2. И, конечно же, девчонок и уважаемых педагогов с наступающим праздником 8 марта. Наверное, самым замечательным праздником для всех нас, тем более для нас, мужчин, мы имеем прекрасную возможность поздравить наших любимых дочек, мам, бабушек. Ну и, конечно же, вас. Помимо подарков, воспитанникам, которым исполнилось по 14 лет, вручили паспорта. Молодые сотрудники управления попытались в этот день окружить ребят поддержкой, заботой, радостью, и им это удалось. В завершении встречи гости уделили внимание каждому ребенку. Вопросов у ребят было много, в основном о службе в полиции. Дети не только запомнили вот сам концерт, сами вот и яркие красочные шары, но и, что самое главное, поняли, что полицейский – это добрый друг. И что бояться его нужно только, если ты нарушаешь что-то. А когда тебе нужна какая-то помощь, ты всегда можешь прийти и обратиться к полицейскому. Что это не страшно, что это такой же человек, добрый, внимательный, радушный. Анна Дребнева при поддержке пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области.